Как убрать графический ключ на Android-телефоне? Телефон заблокирован. Вы должны помнить графический ключ, чтобы убрать его. Переходим в настройки. Ниже. Пароли и безопасность. Выбираем пароль. Теперь необходимо начертить этот самый ключ. Отключить блокировку экрана. Окей. Графический ключ отключен. Попробуем заблокировать устройство. Нажмем кнопку включения. Два раза кликнем на экран. Блокировки нету.